Всем привет, ребята! А что это у нас здесь? А у нас здесь новый сингл от Spirit Box. Мне писали в телеграм-канале ребята, что эта песня очень похожа на то, что у них было в Eternal Blue. Я обожаю этот альбом, я его переслушивала очень много раз. Я знаю практически все там песни просто наизусть, поэтому я сразу же вот так вот побежала делать для вас реакцию. Если вы тоже хотите мне что-то советовать, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. У меня сейчас там будет очень много разной движухи. Мы выбираем лучший альбом за 2024 год, поэтому если не хотите ничего пропустить, подписывайтесь. Ну и, конечно же, подписывайтесь на Twitch. У меня там стримы каждую неделю. Мы тоже очень много новинок слушаем непосредственно там. Ну а мы сейчас будем, наверное, сразу приступать. На самом деле, мне давно ничего не нравилось от Spirit Box, прям так, чтобы я залипала на какую-то песню. Клипы у них, конечно, очень стильные. В последнее время прям красивые. И стиль Кортни. Она так обновилась, я каждый раз это говорю. Да, она явно постройнела. Невеста Франкенштейн. Интересно, а Джош когда-нибудь будет ей там подпевать на заднем фоне? Эй, у меня тоже классный голос. Красиво. Интересные ракурсы, съемка классная. А, но он подпевает вроде как немного. Какой-то прям развязочки не будет. Блин, ну клип мое почтение. Прям. Знаете, после прослушивания у меня такое впечатление, что это нежнятинка такая. Услада для ушей.
То есть это приятная песня, да, она такого вайба Eternal Blue, одна из, но это не тяжеляк, то есть здесь нету, к сожалению, какой-то развязки с брейкдауном, знаете, где такой нежданчик, они тоже такое раньше любили вытворять. В клип я просто влюбилась, мне хочется еще очень много раз его пересматривать, потому что красивые ракурсы, потрясающая съемка, и Кортни тоже там такая вся нежная, красивая, трогательная. Если говорить о впечатлениях о песне в целом, то хорошая песня. Потому что мне такой нравится вайб у Spirit Box. Я, конечно, и люблю, когда они какой-то тяжеляк делают, но когда у них песни исключительно с экстрим-вокалом, не знаю, мне почему-то это не так сильно заходит, как что-то такое более нежное, красивое и чувственное. Поэтому в данном случае я добавлю эту песню, мне она очень понравилась, но не знаю, как вот ребятам, которые любят у них что-то вот прям мясное такое. Да, мне бы тоже, конечно, хотелось здесь полирнуть это все красивым брейкдаунчиком, но не всегда то, что мы хотим, исполняется, к сожалению. Но мне очень сильно понравились гитары в какой-то момент. Они очень сильно выделялись, прямо для них такое отдельное место. Они не обрамляли песню, а в какой-то момент очень сильно привлекали на себя внимание. У Spirit Box, в принципе, всегда интересные гитары, рифы, поэтому здесь тоже не особо удивительно, но песня замечательная. Мне кажется, они выходят сейчас на какой-то еще другой уровень. Мне очень интересно за ними наблюдать. Я знаю, что у них в скором времени вроде бы альбом выходит или EP. Альбом, по-моему. Поэтому ждем. Очень сильно ждем. Они постоянно на каком-то движе. Каждый раз у них что-то новое выходит. Каждый год нету никакого затишья. Мое им уважение и почтение. Просто ребята действительно молодцы. Ну а я жду от вас, конечно же, комментариев, как вам этот сингл, что вы ждете дальше от Spirit Box. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поддержите его лайком. Не забудьте подписаться на мои другие социальные сети. И если хотите дополнительно поддержать, то для этого есть Boosty. Пока.